Он спрашивает, что такое усилие? Усилие, духовное усилие называется, что я делаю усилия против моего желания, обычного, эгоистического, для того, чтобы быть соединенным с моими товарищами и с ними прийти к объединению с Творцом. Но обязано быть именно это направление. От объединения с товарищами, а потом, когда я, в той мере, в которой я постигаю объединение с товарищами, в этой мере я могу подойти к объединению с Творцом, а иначе это не будет Творец. Потому что Творец — это включающее, общее в нашем объединении. У Творца нет формы. Творец называется «приди и увидь» — Бо-Ре. Когда мы формируем это понятие относительно себя перед нами только из силы, стиля, сути объединения между нами, Творец не существует, если можно так сказать. Существует, но в такой мере, в которой мы не способны представить его себе. А мы создаем его, мы формируем его перед собой в той мере, в которой мы формируем объединение между нами. То есть форма объединения, стиль нашего объединения правильный, это дает нам, представляет нам форму нашего Творца. И поэтому каждый день будут у нас новые объединения между нами, каждый день будет у нас новый Творец. Всякий раз будет меняться. Пока мы не приходим к окончательному исправлению, там уже будем говорить тогда об этом.